Ни для кого не секрет, что США на сегодняшний день является экспортером цветных революций во всем мире, да? В том числе революция 2005 года, которая привела к клановому правлению семьи Бакиевых. Сам тот факт, что здесь у нас послом являлась Памела Спартлин, да, которая часто вмешивалась во внутренние дела страны, сейчас то, что ее перевели в Узбекистан, как-то тоже настораживает. И то, что в феврале месяце здесь был поверенный делами США Чарльз Смайл, да, кажется, его зовут, который является гением цветных революций, так его окрестили СМИ, и который непосредственно участвовал в революции роз в Грузии. И тот факт последний, что привезли 150 тонн груза, и как-то они отказались прокомментировать, у нас возникают вопросы, что находится в этих контейнерах? Это оружие? Деньги мелкими купюрами для дестабилизации ситуации в регионе? Или что? Или разведывательное оборудование? Мы больше всего думаем, что это своего рода радиолокационное разведывательное оборудование, где США с территории посольства могут воплощать свои цели.